Лыжня России состоится при любой погоде. Самую массовую лыжную гонку решено не отменять, несмотря на морозы, которые прогнозируют синоптики на эти выходные. Правда, 11 февраля на трассы выйдут только взрослые спортсмены. Детские старты были перенесены на март. Лыжня России пройдет в районах области, а также в Бердске и Новосибирске. В столице региона любители активного образа жизни ждут на лыжной базе имени Алика Тульского в этом городке. Те, кто не испугается морозов, могут попробовать свои силы на дистанциях 5 и 10 километров. Регистрация участников начнется 10 февраля на стадионе «Спартак». Кстати, добраться до лыжной базы новосибирцы могут бесплатно. Пропуском или правом, билетом, скажем так, дающим право на бесплатный проезд, будет являться нагрудный номер. Транспорт, электропоезд номер 6611, время отправления 9.58 со станции «Новосибирск-главный» до станции «Сеятель». Оттуда в 10.42, то есть уже рассчитано, что электропоезд туда прибудет в 10.42, будет автобус до лыжной базы.